шарила. Не знаю, что ты делаешь? Ударился. А Фоня меня толкнул, я пошел назад, ударил он Антона. Кто равновесию потерял? А ты что потерял? Ничего не терял. Ты ничего не терял? А Антону досталось, да, сынок? Я эту постель гладю. Как ты ее гладишь, покажи. Ну и как? Хорошо? Гладко? Тепло. Мам. Так, ну что тут у нас? Орхидейка распускается. Все, мам, смотри, а там все погасит. Ну и что? Мама, со мной никто не дружит. С тобой никто не дружит? А что так? Что так? Он не знает, с чего он это взял. Кто это тебе такое сказал, Афонь? Грешулька. Грешулька? А что ты врешь, Афоня? Хватит рвать, врать. Рвать. Грешулька. Мама в парне ходит в тапочках, эти уже мы заметили, а в таких, ну, как сказать... Я в таких хожу. Написала список детей. Сейчас пойду доставать подарки с багажника, буду раскладывать. Всем, кому там что еще не докупили, то надо поехать сегодня докупить, потому что завтра вечеря, будем ждать гостей. Вот мы тут накупили разных подарков, всяких лол косметичек, вот такие вот машины, динозавр, книжка про динозавров, тапочки, вот такая вот косметика, лего, домик с этими с детальками. Сейчас это все буду разбирать, и чего еще не хватает. А еще вот совсем малюсеньким носочком я накупила. Покажи, что тебе нравится. Вот это. Вот мам, это купишь, тебе. Когда будешь съехать? Кого? Прямо такое надо тебе? КамАЗ возит. КамАЗ тата возит. Тебе такое надо? Купишь, когда будешь ехать. Угу. Купишь. Хорошо. А сколько она стоит? Чуть-чуть. Мама, мне вот такое. Можно, только купишь? Не сейчас. Можно? Купишь. Купим, купим. Купишь, когда будешь ехать. Да, да, купим. Да, все подарки разобрали. Еще написала список, что надо докупить. Да, Фоня? Мне тут помогал мальчик. И теперь хочет трактор, да? А КамАЗ как возит тата. Да. КамАЗ? Можно пока капотали? Нет. Пожалуйста. Нет, в компьютер пока нельзя. Пошли да, пока да. Поиграем. Так, все, список написала. Сейчас только выехала. У меня запиликал бензин. Надо будет еще на заправку заехать. Вот. Написала список, что нужно докупить на вечерю. Поеду сейчас выбирать и зайду до дни. Вот, что еще сделать? Нужно купить рис. Завтра будем варить кутю с рисом, с изюмом и с цукатами. Угу. Скажи, что мы будем им говорить? Что будем говорить мальчикам? С тобой не со мной играли. А почему? Что с тобой никто не играет? А что случилось? Почему никто? Это. Все говорит, все на меня кричут. И все меня бьют. И все даже бьют уже? Да, есть даже. Да никто ж не бил, только ж все кричали, ты говорил. И били. А, уже и били даже? Угу. Ты сосиска, брехушкин мой. Брехушкин. Мам, пойду. Пошли. О, Антоха вообще уже засыпает.
Гриша, твой брат просит, чтобы вы выключили телевизор и погуляли с ним. А что, он настолько маленький несчастный? Бедный несчастный. Антон уже заснул. Так, варю яйца на завтра. На завтра у нас будет плов на костре, салат с крабовыми и цезарь. А где тут сухарики мои на цезарь? Я их тут поджарила на этой. Теперь тут все воняет. Поджарила их на сковородке. В общем, вот что из этого получилось. Но они вкусные. На самом деле они выглядят лучше, чем на камере.